Это прям. А трудно вообще было играть в историю любви после такой ссоры. Вообще, если честно, мы вместе сейчас гораздо выигрышнее, чем сверхтрудный. Танцоры скользили легко и плавно, и вот танцевальные шаги делали без заметных усилий. Это как раз параллельная дорожка шагов. Эмоционально. Эффектно. Интересно. Итак, ждем оценки нашего жюри. Петя, молодец! Что, вечно ждем, что ли? Игорь Бобрик, поставьте, пожалуйста, танцы. Всегда. Оценки жюри. Игорь Бобрик. 5-0. Ирина Моисеева. 5-0. Судили. И давайте скорее же. 6! 5-0. Елена Чайковская, 6-0.